Всем привет, с вами Тед. Ребята, я решил применить свои профессиональные навыки, чтобы достичь нового мирового рекорда. Я решил сделать самый быстрый спидран на пиццу. Я как раз смотрел ютубчик и смотрю, там много кто играет спидраны. Но спидран игр — это тяжело, это надо уделять много времени. А так как я уделял много времени именно пицце, совершенствованию своих скиллов пицце, я решил показать вам спидран на эту пиццу. Кстати, рецепт вы можете посмотреть в другом видео. Ну а сейчас давайте посмотрим, за сколько времени я смогу сделать пиццу. Я готовился и тренировал свое кунг-фу. Новый рекорд! 2.82!